И у нас на связи экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Михаил, добрый вечер. Вас в Украине любят. Вы теперь здесь частый гость. Сейчас вы в Днепропетровске. И, похоже, у нас схожие проблемы. У вас похожие ситуации возникали с батальонами Хедриони в Грузии в свое время. Вот сегодня у нас история с батальоном Днепр в Донецкой области. Есть убитые. Может быть, посоветуете, как избегать таких трагедий? Я имею в виду Хедриони, Днепр. Приветствую. Во-первых, я приезжаю сюда часто, потому что это Украина для меня вторая родина, и нам не безразлично, мне особенно, что будет в Украине, но вообще всему миру не безразлично. У всех, все люди сейчас в мире, которые имеют хоть какие-то ценности, я думаю, себя чуть-чуть чувствуют украинцами. Я первый раз в Днепропетровске, хочу сказать, что я понял, почему Владимир Путин включил этот город и эту область в свой шоппинг-лист так называемой «Новой России». Тут огромный потенциал. Огромный потенциал человеческий, ресурсов, индустриальный, сельскохозяйственный. Но тоже я сегодня понял, что Путину Днепропетровск не получить, потому что тут есть огромный подъем патриотический, очень много флагов Украины. Просто я встречал себя с большой группой молодежи, встретился с университетскими студентами в большом количестве, видел их глаза. Этих людей не победить, этих людей не свернуть с пути государственности. Я чувствовал еще больше энтузиазма, чем даже в Киеве. Поэтому это очень положительное мое впечатление. А что касается конкретно этих формирований, надо сказать, что у людей большой энтузиазм. Я был на блокпостах. Я видел людей, которые там стоят. Эти люди не только не похожи на бандитов. Они действительно, во-первых, дисциплинированы. Во-вторых, хотят спасти свою страну. И это зародыши украинской армии, новые украинские правоохранительные системы. И надо, чтобы просто этим людям все по-всячески помогли. Это не жест войны, что они их создают. Я думаю, что то, что тот Коломойский делает с этими отрядами, это жест мира. Потому что без организованной военной силы, без организованных силовиков невозможно будет защитить людей, невозможно будет защитить общественный порядок. Это 2×2=4. А то, что было у нас в 90-х, это правда, потому что государство должно контролировать, что, естественно, это все было в рамках закона. С одной стороны, надо их дисциплинировать, надо их готовить, и надо все делать для того, чтобы никто из них не занимался не мародерством, но с другой стороны, сейчас надо спасать украинскую государственность. Понятно, и, но как избежать трагедии, этим? Михаил, все-таки? Какие-то, может быть, есть конкретные рычаги, о которых мы можем говорить? Как с ними вообще поступать, с этими отрядами? Я думаю, что эти отряды, во-первых, надо, чтобы государство их усыновило, они держало их как в качестве каких-то таких пасынков, их надо в рамках закона вооружать, их надо в рамках закона вооружать и подготавливать, их надо следить, за какие люди туда набираются, и там очень большой энтузиазм сейчас у людей, но ни в коем случае не надо людей отказывать тем людям, которые бы хотели в рамках закона, как хорошо сформированных и хорошо контролируемых законом новых этих добровольческих батальонов. Спасибо. Защищать общественный порядок. И еще хочу вам сказать, что я сегодня тоже в Днепропетровске общался с людьми, и я знаю, что по подавляющим опросам граждане Украины не любят Владимира Путина. Но Путину не нужно, чтобы его любили. Путину нужно, чтобы его боялись. Я сегодня увидел, когда я увидел этих людей, в том числе подающих на блокпосту, что они его не боятся. Я видел заявление Коломойского совершенно четко, что он тоже очень резко высказался и совершенно не видно, что он боится. И главное, что самое худшее сейчас происходит для Путина, что украинцы не только, его не любят, он к этому привык, и ему это не нужно, но главное, что его перестали бояться. Люди поняли, что есть чего терять, поэтому я не только люблю Украину, я абсолютно уверен, я верю в нее, я верю в ее будущее, я верю в ее ценности. Я думаю, все будет у вас хорошо, несмотря на все трудности. Понятно, спасибо. Михаил, я так понимаю, батальоны нужно усыновлять для того, чтобы ими не пользовалась российская пропаганда. Михаил Саакашвили был на прямой связи со студией. Спасибо.